На обзор дальневосточного бронежурнала совсем неожиданно попал самолет. Причем попал прямо в руки. В прямом смысле этого слова. Приступаем к сборке раритетной модели. Это Ту-20. Производство ГДР. Масштаб у нас будет 1 к 100. В коробочке лежит краткая инструкция, сильно пожелтевшая от времени. На немецком языке дана краткая историческая справка о том, что Ту-20 является прототипом Ту-95, созданного в 1955-56 годах. Данный самолет выступал в роли бомбардировщика, ракетоносца, летающего топливозаправщика. Перечисляются ТТХ и вооружение. На следующей странице размещена схема сборки и схема литиков с нумерацией деталей. Дана таблица с наименованием всех частей и указаний по сборке, что к чему приклеить и как можно выкрасить модель. Порядок сборки описан не только по-немецки, но еще на чешском, польском и русском языках. Начинаем с отделения деталей литника и обработки их от облоя. Пластик достаточно жесткий, трудно обрабатывается при помощи ножа. Зато он хорошо поддается надфилю, в отличие от современных моделей из более мягких разновидностей пластика. Стоит отметить, что модельке уже более 40 лет, а пластик не потерял своих свойств. Обрабатывается он ровно так же, как и во времена существования ГДР. Один из винтов оказался сломанный. Аккуратно его склеиваем при помощи сверхтекущего клея. Для более надежного соединения обрабатываем обе запчасти обычным клеем и даем ему немного времени для размягчения пластика. Соединяем обе детальки, а после высыхания обрабатываем стык. Шлифуем неровность для создания иллюзии целостности пропеллера. Модель прекрасно сбалансирована. С одной стороны, она достаточно проста, ее могут собирать дети. Степень деталировки при этом достаточно высокая, самолет не будет выглядеть как игрушка. Особенно детям понравятся двигающиеся детали, такие как пропеллеры, шасси и закрылки. Самые юные моделисты могут не заморачиваться с окраской самолета. Его детали сделаны из пластика трех разных цветов и собраны из коробочки Ту-20, выглядит как вполне себе реальный самолет. С другой стороны, модель совсем непростая, интересна для моделистов более старшего возраста. Усложнять ГДРовские модельки можно до бесконечности, начиная от окраски и заморочек с триммерами и закрылками, и заканчивая созданием внутреннего интерьера кабины. Я не буду сильно дорабатывать модель, так как она будет висеть под самым потолком за стеклом. Хочется сохранить ее особенности, отличающие данный экземпляр от моделей других производителей. Стекла у модельки мутноваты, и это не вина ее приличного возраста. Проблема в качестве литья на фабрике. Есть несколько способов, позволяющих сделать фонари более прозрачными, как при помощи химии, так и полировкой, но я решил не заморачиваться. На внутренней стороне левых половинок крыльев имеется латинская буква L, чтобы случайно не приклеить крылья вверх ногами. Для простоты сведения половинок имеются направляющиеся. Имеющиеся зазоры аккуратно замазываем клеем, грунтовкой и замазкой. Наша модель будет стоять на шасси, а не на подставке. Центр тяжести у нее смещен к хвосту, поэтому в нос самолета добавляем грузило. Я использую свинец. Можно взять специальные грузики, можно использовать свинцовые пломбы или любой другой подходящий материал. Несмотря на свой 40-летний возраст, декали прекрасно сохранились и хорошо ложатся. Ни одна из переводных картинок не порвалась, полуторный запас предусмотренным производителем не понадобился. Для лучшего прилегания все места посадки обрабатываются спиртом, как и сами декали после установки на место. Хорошая новость для тех, кто хочет самостоятельно собрать данный самолет. В Германии восстановили производство старых ГДРовских моделей. Правда, пластик там уже не тот, и дизайн упаковки немного изменились. Но вы можете заказать себе кое-что из наследия ГДР. Ссылочку я оставлю под роликом.
Всем, кому интересна данная тема, подписывайтесь на наш канал. Скоро у нас выйдут новые ролики. Например, будет вот собран вот такой вот Як-24П в гражданском варианте, в Аэрофлоте. Тоже ГДРовская модель, тоже формат 1 к 100, масштаб 1 к 100. Кроме того, у нас будут советские модели кое-какие, в том числе и Новопрок. Обязательно разберем самые первые вакуумные модельки. И кое-что есть из моделек стран Варшавского договора. Так что подписывайтесь, следите за обновлениями.